В Югре, как и по всей стране, сегодня отмечают День любви, семьи и верности. Торжества пройдут во всех городах автономного округа. В Югре будут чествовать семейные пары, прожившие вместе десятки лет. В Ханты-Мансийске состоится общегородской праздник «Ромашковое счастье». В Урае – окружной фестиваль молодых семей. А в Лентории откроют часовню Петру и Февронии Муромским. Ее построили меньше, чем за год. Пока в часовне единственная икона, привезенная из Мурома. До конца года здесь появятся мощи святых покровителей брака. Осветить часовню в Лентории планируют в сентябре. Часовня, храм посвящен Петру и Февронии, покровителям, скажем, молодых пар, молодых семей. Вот, я думаю, что это излюбленное будет место для молодоженов, которые будут сюда прибегать за благословением этих святых, потому что им посвящен этот будет храм, и частица мощей здесь будет. И, конечно же, здесь они будут получать благословение на свою семейную жизнь. Это очень-очень важно.